Сегодня взяли доски, у меня Dirty Pillow, у Макса, как называется, Billy God, 159-157, ну что можно сказать. Dirty Pillow, конечно, в Павдоре она как-то, ну, полностью банана, она нормально валит, все прощает, ну и плывет, конечно, да, то есть она выезжает там, при такой видимости, когда ничего не видно, в какую-нибудь яму, в ложбину попадешь со снегом. Она как бы не зарывается. Вот эту я взял утром. Она прям попыталась зарыться несколько раз. Как бы, да? То есть у этой даже намека нет, можно сказать. А у этой был намек. Вот. И пару раз я даже так скорость она скидывала. Но в принципе все равно плывет нормально. Но когда был расколбас трасса, она, конечно, круче, чем эта. Она просто режет весь расколбас, едет. И ну просто стабильный как-то. На ней даже карвить можно. То есть по расколбасу. В общем, стабильный и на скорости стабильный, это как бы надо подлавливать, но это лучше Павдри. Что скажешь? То же самое. Повернись. То же самое. Ну повтори, ну своими словами скажи. Billy God более стабильная и больше для трасс. А Dirty Pillow? Ну непонятно что-то. И по трассам не очень, и по Павдору что-то тоже. В итоге из двух какую ты себе ставишь? Эту. А с ростовкой что скажешь? По длине надо? По весу. По весу? Да. Я тогда по длине. Это 157-я ростовка, это 159-я. Ну да, как бы. Ну тоже нормально. Она как бы стабильна, даже по Павдору стабильнее. Вот так режет и вот там. Не страшно.